Круглый стол во управлении внутренних справ по питаниях подлетковой злочинности сёлета мае особливое значение. Гомельская область является лидером по колькости правопорушений у молодежном осяроде. За 8 месяцев 2016 года зафиксовано больше 250 злочинств. Больше за все подлетки учиняют крадежи, потом идут правопорушения, связанные с оборотом наркотиков и хулиганствы. Колькость опошних дарыши сёлета удалось скоротить амаль удвоя. Однако правоохоўнікаў больше, чем ранее, хвалюе проблема удзелу молоді у распаўсюджванні наркотыкаў. За гэта сёлета ў рэгіёне узбуджаны 26 крымінальных справ. Гэта больш, чым у астатніх абласцях краіны. Праблемы дзве: жаданне молоді хутка ўзбагаціцца і абыякавасць бацькоў да занятасці сваіх дзяцей. Да, школа, да, прокуратура, да, міліцыя, да, культура, медицина. Но мы это все второй, третий, четвертый, пятый, шестой номер, как говорится. Первый номер – это семья. И поэтому вот с Порошиным Сергеем Ивановичем было еще несколько лет тому назад принято решение. В первую очередь необходимо реагировать и пытаться чего-то достучаться через семью. Для батьков главное зрозуметь, что обставины, которые погрожают жизням и здоровью детей, сегодня значно больше, чем ранее. Например, часто подлетки утягиваются у криминальные справы праз интернет. Крадуть майомость с рахунка уладальника становятся дробными распаусюдживальниками спайсов, або сами створают нелегальные интернет-магазины по реализации наркотиков. И до конца, конечно, они все равно не понимают опасности этого, но легкий заработок они прекрасно понимают. Одна закладка от 2 до 3 долларов. Вот посчитать, сколько они сбегали за день, сделали закладок, соответственно, сколько получили денег. Але сёння проблемы дзяцей не абмяжоўваюцца толькі ўцягваннем у крымінальнае асяроддзе. Многія самі становяцца ахвярамі злачынстваў, у тым ліку накіраваных супраць асобы. За 8 месяцев 1058 дзяцей являются пострадавшими от преступлений. Конечно, да, большую очень часть составляет это преступление такие, как алименты, они являются потерпевшими. Но посмотреть, если статистику, то по Гомельской области за 8 месяцев уже 52 пострадавшие девочки. В сравнении с прошлым годом их было 30. Ну вот я специально еще посмотрела, как обстоят дела в других областях. То Брестская область 25, Витебская 15, Гродненская 32, Минск 13, Минская 46, область Могилевская 40. То есть мы опять же в лидерах. Приклад жорсткай меры профилактики изменений у криминальном кодексе, якія отбылися сёлета. По-перше, за распаўсюджванне спайсов отказность предугледжена с 14 годов. По-другое, повялічаны термины покарання. По-третье, уведена отказность за знаходжанне у наркотичном стане у громадском месте. Повялічаны так само и меры покарання за реализацию некурильных тытунёвых сумесяў, от штрафов и арышту до конфискации маёмасці. Александр Гамоля, Валерий Гапанько, Виктория Шумак, телерадиокомпания «Гомель».